Здравствуйте! Деликатеска представляет осетровую, непастеризованную, забойную черную икру от икорного дома Горкунов. Черная икра – это роскошный деликатес, символ праздника, кладезь полезных веществ. Продукт, добываемый традиционным методом забоя осетровых рыб. Не лишним будет сказать, что забой диких осетров в нашей стране запрещен уже несколько лет. Легально получать черную икру могут только специальные рыбоводные хозяйства, к которым и относится рыбоводный завод «Ярославский». Продукция этого завода – та самая, знакомая нам с детства, потрясающе вкусная и нежная черная икра. Основное отличие такой икры заключается в том, что икринки практически тают во рту. Стоит только слегка прижать их языком. Кроме того, здесь черная икра не подвергается пастеризации, а значит сохраняет первозданный вид, вкус и пользу. Икра упакована в классическую стеклянную банку объемом 100 грамм. Идеальный вариант побаловать себя и своих родных роскошным деликатесом. Закажите черную икру от икорного дома Горкунов прямо сейчас в интернет-магазине деликатеска.ру.